завершается декларационная кампания, которая началась с 1 января 2019 года и должна закончиться 30 апреля 2019 года. Хочу напомнить, кто обязан предоставить декларацию до 30 числа. Это граждане от продажи имущества, это квартиры, комнаты, жилой дом, земля и транспорт, находящиеся в собственности меньше минимального срока владения. Также в виде выигрышей, подарков, призов в лотереях, а также доходы, полученные в порядке дарения от лиц, не являющихся близкими родственниками. От сдачи в аренду в наем жилых и нежилых помещений, транспортных средств, от продажи акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организации, от осуществления предпринимательской деятельности, это в том числе нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также иные доходы, это оказание платных услуг, репетиторство и так далее. Хочу также напомнить, что декларацию обязаны сдать до 30 апреля и оплатить налог, исчисленный в данной декларации, до 15 июля 2019 года. Соответственно, если граждане не своевременно или вообще не сдадут декларацию и не уплатят своевременно налог до 15 июля, предусмотрены штрафные санкции. Это 5% от начисленной суммы за непредоставление декларации в срок. За каждый просроченный день, но не более 30% от начисленной суммы и не менее 1000 рублей. О чем это говорит? Даже если налог у вас будет, штраф будет начислен 10 копеек, вы будете обязаны заплатить не менее 1000 рублей. И за несвоевременную уплату 20% от неуплаченной суммы. Как вы можете предоставить декларацию? Декларацию можно предоставить любым для вас удобным способом. Это лично, посетив налоговую инспекцию. Это можно через электронные сервисы, личный кабинет налогоплательщика физического лица. Также можно декларацию заполнить на сайте ФНС России. Хочу обратить внимание, значит, что предельный срок 30 апреля, он не распространяется для лиц, которые хотят получить вычеты. Для того, чтобы получить вычеты, вы имеете право предоставить декларацию и получить, соответственно, вычет в течение года. 3 декабря 2018 года закончился срок уплаты имущественных налогов. Это налог на транспорт, налог на имущество и земельный налог. Значит, тот, кто не своевременно оплатил налоги, соответственно, начисленные пени, налоговая инспекция передает документы в суд для взыскания в принудительном порядке. Суд выносит судебный акт. После этого налоговая инспекция передает исполнительный документ работодателям, банке. Значит, долг может быть взыскан с вашей заработной платы, с вашей стипендии, с вашей пенсии и другие поступления в ваш адрес, а также с расчетного счета в банке. Исполнительный документ налоговый орган также передает судебным приставам для приостановления движения по вашим всем расчетным счетам. Может быть наложен арест на ваше имущество, что впоследствии может быть ваше имущество выставлено на продажу для погашения задолженности. И также может быть ограничен выезд за границу. Если передается судебным приставам, соответственно, начисляется госпошлина за рассмотрение дела и исполнительский сбор. О наличии долга вы можете узнать любым способом. То есть вы можете посетить лично налоговую инспекцию с помощью интернет-сервисов, личный кабинет налогоплательщика физического лица, также «Заплати налоги» на сайте ФНС России и с помощью сайта государственных услуг. Хочу обратить внимание, чтобы при выезде за границу не расстроить себя и своих родственников, предварительно
убедитесь в отношении вас, либо ваших родственников, не действует ли исполнительное производство. Если по поводу вас действует исполнительное производство, хочу предупредить сразу, при выезде за границу сразу решить этот вопрос в аэропорту будет невозможно, потому что это требует определенных финансовых и временных затрат. Это уплата госпошлины, это уплата налогов, это исполнительский сбор уплата, ну и, соответственно, прекращение исполнительского производства.